Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас магазин 17 апреля. Нам добавили кастомки. Вот, звездный жезл. Ничего не добавили пасхальное. Ну, ладно. Не знаю, если вот это считается как Пасха. Вот. Надо будет стартер пак купить, но еще есть время. Вот это тоже сойдет. Также не забудьте мне поддержать магазин предметов, если что-то купите с моим тегом или кому-то подарок сделать, или мне с моим тегом. Огромное спасибо. Вот. Погнали смотреть у нас кастомки. 14 сезона. Космик, прикольный скин. Ну, скины. Вот, с бонусом, стильный выбор. Неплохой скин. Можно кастомизировать и так далее. Только фигово, что сейчас уже нельзя идеальный цвет подобрать. Можно похожий, но не идеальный. Раньше прям идеально было. И героическая позже. Динамика с бонусом стильного выбора. Ну, я буду вот так показывать волосы. Ну, и можно стикеры так выбирать. Например, у вас такой стикер, да? Так скажем, смайлик. И используйте эмоцию, это будет как смайлик. Но у нас здесь, например, только вот так показываю. Видите, это у нас скин контратака. Там кошмар у нас. И это обожаю там кошмар. Видите? Ну это если у вас стикер надетый. Если не надетый, то ничего не будет, просто белый цвет. Муха, ну и вот эта героическая поза. Гипербола. Химия. Энергетика. Ну, это я не буду показывать, типа, повторяется. Контратака. Ну, многие челы покупают этот скин из-за вот этой перечески. Ну, большинство. Кошмар. Там мегабат, пацаны пошли. А сейчас заберем вот это, чтобы было нормально. Красная кабуля. Ловец. Есть какие-то ютуберы, которые в 14 сезоне там кусты, например, надевали скин какой-то зеленый и в куст. Механический паук. Или там стена коричневая, надевали коричневый скин и так становились в угол. Пожидали игроков и хоп, вылезали. Механический паук. Ну и греческая позже.
астрал. Прическа А. Прическа Б. Прическа С. Ну, маска на пол лица. И маска на все лицо. И молекула. Сверхзвук с бонусом сильный выбор. Прическа А. Прическа Б. Прическа С. Маска на пол лица. И на все лицо. И собака, и кость. И коллайдер. Коллайдер. Прическа А. Прическа Б. Прическа С. Муси. Маска на пол лица. Маска на все лицо. Ну, видите, можно так делать. Металл, вот, может, сам, так. Короче, под ваш вкус. Вот так, например. Либо вот так. Так, цвет кожи можно. Например, зеленый. Халк. Глаза. Маску можно надеть. Маску там, не знаю, синюю поставить. Вот. И это стикер. Ну, короче, можно практически все кастомизировать. И крутая удочка. Потом комплект героического снаряжения. Скидка 600 баксов. 5 предметов. Ну, цена 5 предметов. Отдельно покупать 2К. А если в комплект 4400. Ну так неплохо. Фантомный пульсатор. 14 сезон, стильный выбор. Космический пульсатор. Огненный пульсатор. И хаотический пульсатор. Ну что, так скажем, наденем красный. Вот такой. Ну, можем зеленый. Если наоборот поставить, будет больше черным. Можно также вот такой цвет сделать. Типа хамелеон. Кирка. Потом эмодзи плась. Можно кастомизировать. Основной цвет королевский синий. Ну, короче, вот. Это прям цвет плаща. Поставим вот такой, например. Это дополнительный цвет, ну, вверх. Например, желтый хочу. И стикер, например, я бы хотел. Даже не знаю. Ну, как здесь не все стикеры. Ну, вроде бы есть какой-то лайфхак, что-то можно. Все. Ну, например, вот такое хочу. Кстати, неплохо получилось. Кстати, неплохо. Потом голография.
Ну, это просто так, стикер. Оп-оп. Еще у нас, ну, моди плейс, у нас ходит синяя кобуря. Покажите свои моди в шкафчике. Здесь бы какой-то стикер бы добавил, ну и так сойдет. И голографика, показывайте свои моди в шкафчике. 400 тысяч, 200, 400. Красный Джейда. 10 сезона, 7 выбор. Обычный стиль. Синий Джейда. И монстр Маки. Если честно, я бы на маске бы это не нарисовала, а какой-то дракон. Было бы получше намного. Я так думаю. Либо так тоже нормально. 800 баксов 3 стиля. Принцесса цирка 5 сезона, стильный выбор. Зутка. Еще жутче. И кошмарная принцесса цирка. И боевой шарик. 5 сезона. Весельчак, 5 сезона, стильный выбор. Зодка. Еще жутче. И кошмарный весельчак. И ламошарик, 5 сезона. Боевой автобус. Ай, боевой шарик. Почему не боевой автобус? Шарик. Ну если лама шарик, то тогда я автобус. Ну, боевой шарик. Кирка. Печалка. 3 сезона. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Первое появление сезон 3. Ну, эта кирка создает. Каждый ударец делает другие звуки. Разные, короче, звуки. Но не повторяются. Некрономия. Стильный выбор. Некрономия 14 сезона. И голографический череп. Обычный стиль. И толстовка. Пресекатель жизни, 14 сезон. Вот. Атлантический карась, 13 сезон. И чешуйчатый щит. Мастер. 12 сезона. Медвежий Шнит. И бионический комплект. Маленький рюкзачок вроде бы. Звездный жажу. 8 сезон. Не помню, в каком я сезоне купил, вроде бы. В 9 или в 11. Не, в 12.
приблизительно, я не точно-то еще скажу. В тело 56, а в голову 84. Это крика сносовала. Там где-то 2 часика был этот баг или час. И потом убрали. Пофиксили. Кучки 12 сезона. Не знаю, конечно, мужик сойдет. Но когда у тебя есть сама эмоция, то не особо хочется покупать. Но я какие-то мужики покупаю, потому что они мне нравятся. Ну это такое, если, ну, представьте, будет играть вот эта мужика. Пока вы там заходите в боевую пропуск, ай кири 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 вот такое. У меня стоит классика лобби. Вот, ну это все, короче. Сори, что магазинчик такой большой получился из-за вот этих, блин, кастомок. Из-за кастомных скинов. Ну такой у нас магазинчик, 17 апреля, подписка, лайк. Не забудьте поддержать меня в магазине приметов. Мой тег автора Марк Черточка BCN. Если вы что-то купите с моим тегом, огромное спасибо. Или там кому-то подарок сделать, или мне, например, с моим тегом, огромное спасибо. Не забываем, что за 2к я разыграю что-то за 700 баксов или БП. Посмотрим. Ну что, я разыграю что-то за 700, это ж стопудово. Новости, не знаю, сейчас соло поставлю. Соло. Мы поставим скуды. Нет, новости нет. Окей, подписка, лайк. Ну, всем пока, удачи. Хатысь.